Петров пост – летний многодневный пост. Его соблюдают в честь памяти двух наиболее почитаемых апостолов – Петра и Павла. Продолжительность поста каждый год разная. Она зависит от даты празднования Пасхи и может составлять от 8 до 42 дней. В этом году начнется 15 июня. Начало этого поста зависит от такой даты, как дата Пасхи. На 50-й день после Пасхи мы празднуем сошествие Святого Духа, а через неделю, по традиции, начинается Петровский, или, как его называют, апостольский пост. Пост может длиться в зависимости от лунного календаря от одной недели до полутора месяцев. Петров пост, в отличие от Великого, не такой строгий. В этот период нельзя есть мясо, молочную продукцию, яйца. Основу постного стола составляет зелень. В этом посту разрешается вкушение рыбы, растительного масла, кроме дней среды и пятницы. Напомним, что с 1 июня в Нижегородской области открыты для богослужений почти все храмы. Храм царственных страстотерпцев тоже работает, но с некоторыми ограничениями. В его помещении нанесли разметку, которая поможет соблюдать социальную дистанцию. Поэтому пока храм вмещает не более 50 человек. На входе всем прихожанам выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиками. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.